Интересно, что в последнее время спортивные СМИ стали весьма даже политическими. Это было заметно во время чемпионата мира, и это очень сильно заметно по такому классному изданию «Sports.ru», где выходят за последнее время, ну, я бы сказал, лучшие политические интервью, и на прошлой неделе одно такое взорвало буквально интернет, и мне тоже очень понравился, потому что его дала Светлана Хоркина, известный российский именитый спортсмен, спортсменка, которая там в молодом возрасте, в 17 лет она стала первый раз чемпионкой, она показывала классные результаты, и к большому нашему сожалению, она какого-то черта пошла в «Единую Россию». И почитайте это интервью, оно очень интересное. Ну, то есть из него, во-первых, ну, ты понимаешь уровень человеческого материала, который занимается законодательством. Ну, то есть нет никаких сомнений, что Хоркина выдающийся спортсмен. Только зачем тебе в Думе сидеть, если ты, ну, как бы вообще примерно не понимаешь, чем ты занимаешься? И вот просто повторяешь эту ерунду, что а вот Россию стали уважать, а вот Путин такой прекрасный, и да, я сидела в Государственной Думе, но, ну, то есть все это понятно, это вообще история про нашу Государственную Думу. То вот нагнали спортсменов и артистов, и они примерно вот так вот, как бы так мягко сказать, чтобы они не оскорбились. Ну, не лучшие законодатели. Прямо скажем, законодательством они занимаются не на самом высоком уровне и не всегда понимают, что вообще происходит вокруг них, что это за бумажки и что это вообще означает быть депутатом Государственной Думы. Но даже не это меня поразило. Меня поразило, как Хоркина одновременно умудряется сделать объектом своей ненависти и критики США. В ее интервью просто идет вот постоянно. Вот я смотрю, вы тоже почитайте цитаты, да, такие. А вот пытки в тюрьме. Вы не обладаете информацией про сотни тюрем Америки. Ее спрашивают про пытки там в Карелии или в Коме. Она говорит, так в Америке же пытают, вы просто не знаете. Там вообще ужасно творится. А афроамериканцев, ее интервью, убивают на улицах. В ответ на еще что-то она говорит, вот повсеместно в Америке убивают, там в школах стреляют и так далее. А вы что ж хотите, как там? У нас все очень хорошо. И, ну, могла бы Светлана Хоркина такое говорить, но и действительно, американские тюрьмы, наверное, вряд ли являются идеальными. И действительно, есть стрельба в школах, только если ж ты так не любишь, зачем же вы, Светлана Хоркина, поехали рожать в Америку и сделали своего сына американца еще в 2005 году? «Комсомольская правда», моя любимая газета, которая рассказывает всем, как я лобстеров ем, рассказала о том, что Хоркина поехала рожать в США и родила в США. Что это означает? Есть страны с правом крови, есть страны с правом территории. Вот Россия — это право крови. Вы гражданин России, ваша жена гражданка России или ваш муж гражданин России. Где бы вы ни родили своего ребенка, он будет гражданином России, потому что он родился от граждан России. В США система другая. Любой человек, даже если вы там вбежали в США, нелегально въехали, вас бросили на самолете, значит, с парашютом, или вы, не знаю, там, шпион, или кто угодно, или вы нору выкопали до США. Если вы родились, физически акт рождения произошел на территории США, то вы гражданин США и можете, то есть вы можете отказаться от этого, но вы можете стать гражданином США. И как нам опять же сообщала СМИ, а в 2010 году уже сама Хоркина подтвердила, ее сын гражданин США. И когда, давайте не будем себя обманывать, ну вот люди не в рамках командировки, может, это дипломаты, или они там учатся, или еще что-то, ну надо рожать, не будешь же специально возвращаться, родила в США, ничего такого ужасного нет. Когда специально едут в США, ну понятное дело, они едут специально для того, чтобы своему ребенку сделать такой подарок и для того, чтобы потом самим иметь упрощенную возможность натурализоваться, если ты хочешь эмигрировать. И Хоркина сделала, давайте честно признаем, ровно это. И, в общем-то, ну, она могла совершенно четко, ну, там, честно сказать, ну, я в «Единой России»,
Я поддерживаю Путина, но есть в нашей стране недостатки, ну там здравоохранение у нас плохое. Я работаю в Единой России, я вот стараюсь улучшить все. Я пишу законы для того, чтобы искоренить некоторые недостатки, которые есть еще в нашей стране, но пока здравоохранение плохое, и пока у нас ну как-то все не очень-то. Ну я поехал и родила в Штатах. Ну, нет проблем, родила. Ну, ничего страшного, господи. Это не акт предательства, да? Ничего ужасного. Ты сделала то, что могли бы сделать многие люди. Ты сказала, что в России плохое здравоохранение. Это понимают 145 миллионов человек. Ты сказала, что в России, ну, не очень-то, в том числе, не часто бывают там роддома и вот, вот эта вся система акушерства. Ну, это знают миллионы женщин, они сталкиваются с этими проблемами. Ты решила застраховать будущего своего ребенка. Ну так скажи это, что ж ты нам, глядя в глаза, вешаешь лапшу на уши про то, как вам, какая ужасная Америка, какой прекрасный Путин, и одновременно держишь где-то вот себя дома в сейфе, какую там, я не знаю, синего, ну, наверное, у ребенка еще какой-то паспорт не дали, но какая-то бумажка, которая даст тебе потом возможность получить там паспорт синего цвета, и он будет ездить туда без виз, там, в Европу будет ездить без виз, и будет американцем, гражданином США. Это вот это лицемерие, конечно, просто омерзительно. Ну вот прямо они врут там, где даже не надо им врать. Но кто бы ее упрекнул? В конце концов, спортсменка предполагает, в общем-то, такой довольно международный образ жизни. Ты должна все время ездить куда-то. Но нет, даже здесь нужно не просто соврать, а еще и настыдить. Почитайте это интервью, как она корреспонденту говорит. Вы, у вас негативный взгляд на события в России. Чего вы про один негатив мне говорите? И она еще настыдит, что мы делаем что-то не то. Ну, то есть, вот мама американца ненавидит в Америку. Показательная вещь, почитайте, пожалуйста.